Всем привет! Ну вот и выходные. Начинаем составлять планы. Пара-тройка вариантов, как провести свой досуг в Самаре, предложу вам прямо сейчас. Шедевры собрания Государственного Эрмитажа «Черный квадрат» Казимира Малевича все еще в Самаре. Не упустите возможность попасть к нему на аудиенцию. Именно так назвали арт-проект в художественном музее. Увидеть шедевр воочию можно до 20 декабря. Берем коньки и бежим кататься. В Самаре заработали городские катки. В парке Дружбы, на набережной, парке Гагарина. А на этой неделе открыли главные на площади Куйбышева. Неподалеку от ледовых арен работает прокат. Выставка скульптора Владимира Амадео и Тани Стрельбицкой «Поиски равновесия» открылась в художественном музее. Их искусство неотделимо от феномена театра и инсталляции, сценических пространств и артистического поведения. Двенадцатого декабря в Самарской областной библиотеке состоится творческая встреча сразу с двумя писателями – Максимом Амельным и Максимом Замшевым. Блуждающие смыслы Василия Браташа. Выставка человека улыбки. Большую часть жизни Василий проработал в цирке, в том числе и самарском. Выступал акробатом в ансамбле «Русь», а после клоуном в цирковом дуэте. По его инициативе самарский цирк получил имя народного артиста СССР Олега Попова. Ну вы поняли, автору есть что показать зрителям. Более 200 работ украсит зал в стиле лофт. Московское шоссе, 205. Новый год – это время чудес, время исполнения желаний, когда сказка может воплотиться в жизнь. На сцене Дома культуры железнодорожников поставят «Снежную королеву». Очень добрая история для детей и взрослых в классическом исполнении. В воскресенье – самое время начинать верить в волшебство. Воскресным вечером самарский джазовый клуб собирает друзей. На Ленинградской 77 пройдет уже традиционный концерт. Гости услышат несколько новых композиций, а также переосмыслят уже полюбившиеся всем вокальные композиции. И, конечно, у вас найдется время, чтобы принять участие в новогоднем флешмобе нашего телеканала «Стих для Деда Мороза». Выучите с ребенком новогоднее стихотворение. Снимите его на видео и пришлите ролик на почту. Или поделитесь в своих социальных сетях с хэштегом «Стих для Деда Мороза ГИС». Чем смешнее и трогательнее получится видео, тем лучше. Мы ждем даже неудачные дубли. Качественно смонтировать их помогут наши режиссеры. Все стихотворения мы разместим на нашем сайте и в социальных сетях. А лучшие покажем в эфире на телеканале «Самара ГИС». На этом все. Всего вам доброго. До встречи.